Вот он. Идем. Великий щедрот и твои, Господи, слава тебе за воскресный день, за любовь твою. Нищих сиротов одиноких посети. Благослови патриарха, епископов, священников, всем даруй духовное рождение свыше. Укроти правителей, дай им страх посетить твою. Аллилуйя, аминь. Да, берите все туда щедрот. Это болящие, больные у меня. По привычке говорю. Болеешь? Нет. Смотри, вот какая у меня скамейка оздоровительная. Да вы поняли, в чем дело? Мы сегодня пришли прославить Бога, как мы родились, как жили неделю. И вдруг самый ответственный момент блаженный. Она пошла, вы такое захватили ее, откуда ты пошло ты? Да Бога славим, блаженный нищий духом поют, а тебя враг выкинул туда. Не один, все выскочили. Варлаам 2,5 года стоит. Я говорил, что если в храме служба батюшка вечером ведет 2,5 часа, а дети не понимают, так поставьте в раскладушке в храме, но чтобы он не с храма не выходил. Чтобы ты хоть ухом маленько слышал что-то. С вами мы занимаемся, вы должны быть другими. Деревенский никто не вышел, лагерный, как одного вышибло. Мне-то какая честь такая работа. Вы понимаете, что вы меня перед людьми-то поставили какие-то? Это моя паства. Так они под один. Как осенние сосуды. Ну что с ними делать будем? Сегодня ради воскресенья может простить вас? Как ты считаешь? Я бы хочу. А? Я не знаю. А ты? Не знаю. А ты? Как не знаешь? Вышла и знаешь. А? Ну как думаете? Простим их, нет? Прощаем. Прощать-то Господь должен. Ну мы просто соблазн такой был. Ладно. Давай, баба. Пока еще не... Я хотела спросить. Разве эти в кого сидели дети? Оставили пирожок на скушенный, хлеба куски. Было не хватка хлеба. Так, еще что? Не надо ну, вторую вот, половину. Оставляем. Ну, нет, а девочки ее давали. Так, что не доел? Все. Так, все. Просто кто не доел? Спаси Христос, поварок и накрывающий. Кто сидел? За стол. Первый. Идем на лодке кататься. А, да, время тоже на подходе. Ваня! Ваня! Идемте на лодке кататься. Я.